Наши коллеги из телерадиокомпании «Алмазный край» продолжают цикл передач о людях труда. Героем сегодняшнего сюжета стал Андрей Матафонов. О ветеране алмазодобывающей промышленности, который 20 лет работает на одном предприятии, расскажет Августа Степанова. Ване всего 3 года. Он ходит в детский сад «Лукоморье», читает стихи, поет, танцует, рисует и играет. И уже знает, кем станет, когда вырастет. Как будет дедушка. Его дедушка Андрей Матафонов работает в тресте «Алмазтехмонтаж» почти 20 лет. Начинал инженером, был начальником производственного отдела, имеет хорошую строительную закалку. Сегодня он работает заместителем управляющего. Ну, в основном у нас работают монтажники, сварщики. Небольшой у нас контингент – это пескоструйщики по выполнению антикоррозийных работ. И совсем немного у нас, скажем так, персональные специалисты по оборонным работам. Спортивные комплексы в Айхале и Удачном, блок биологической очистки и северо-восточная котельная в Мирном строили алмазтехмонтажники. Но главная их гордость – киноконцертный центр и стадион «Триумф». Ответственный сектор команды Андрея Анатольевича – промышленные объекты, обогатительные фабрики и подземные рудники. Специалисты алмазтехмонтажа отвечают и за монтаж, и обслуживание технологического оборудования на этих объектах. На АДМ они у нас выполняют множество работ по ремонту оборудования, по замене металлоконструкций, трубопроводов. Без них пока никак, у нас нет своих сил. Поэтому, естественно, они выполняют очень важную роль. Добро возвращается добром. Делай добро людям, и оно вернется тебе. С этим девизом идет по жизни Андрей Матафонов. Профессионал своего дела, руководитель, заботливый муж, отец и дедушка. Августа Степанова, Алексей Меркулин, телеканал «Алмазный край».